самая долгожданная встреча, а блогер из России, которых я очень люблю, смотрю, наверное, сначала их ведение блогов. Саша Шпак. Мы двойники. Мы двойники, да. У меня грудь, у него попа. И Мася Шпак. Здравствуйте. Она меня обижает, кстати, если что. Это у нас есть, знаете, такое домашнее семейное насилие. Ну, глава семьи я. Что там? Что там? Это у нас, знаете... Нет, ну, глава, шея, видишь, вот шея. Ты же понимаешь, что у нас... Домашнее насилие. Есть, знаешь, такие телефоны, бывают домашние, когда домашние... насилие. Женщины жалуются. Женщина, ты жалуешься? А, служба... Нет, у меня все хорошо. Служба помощи. Все хорошо. Все было хорошо, пока ты не начала руки прикладывать ко мне. Она счастлива. Зина лучше всех.